Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Welcome to Zombie 2. Что ж, заходим на карту и смотрим. У нас есть задание, поиск зацепок. Еще у меня есть новый путь. А еще ферма есть. Давай пройдем ферму, жилище для семьи. Добьем уже ферму. И у нас 106 очков здоровья. Надеюсь, будет у нас она увеличиваться. О, пёска. Их несколько, даже две. Две пёски бежит. Так, подожди. Да, ты чё, иди нафиг отсюда. Чё за дела? Алло. А, толстопу взорвался, да? Мне кажется, они стали быстрее ходить. Смотри. В натуре они стали быстрее ходить. Да, эти гады стали намного быстрее ходить. О, это, смотри, мусорщик. Опа, я тебя раскусил, гад. Строим баррикады. Ну, такие баррикады и соломы, что ли? А, ну все, уже получше. Ну, не знаю, как. Получше, не получше, ну, чуть-чуть, но лучше. Здесь что у нас? Ух ты! Ловушка! Офигеть! И еще вот эта канитель стояла, смотри, а? Ну как так? Ой, уничтожьте бригаду из зомбаков. Да как вы здесь очутились, ребята? Смотри, я в западне. И они еще быстрее стали ходить. А, я застрял. Придется делать так. Готово. Вообще в западне идите нафиг. Буду еще стоять сейчас, пока перезаряжаться. И на вас смотреть. Бобы. Патроны. Дай-ка я сразу бобы съем. Использовать. Где, куда, чего, кого? Сюда идем. О, конечно, алло. Хотели меня обмануть? Опа, видишь? Стрелы. И я знаю все прекрасно. Ага, еще зомбаки. Хорошо, где? А, вон толпа зомбаков. Ждем. А куда они пошли? Ребята, я здесь. Это что за скворечник? Будка какая-то. Вот у нас и ручей, и вот эти штуки здесь. А вот туалет, смотри, стоит. А сюда я пройти не могу, к сожалению. Вот, зомбачье идет, смотри. Так, зомбачье, идем сюда. А сколько же вас много? 14, а такая толпа огромная. Все, ждем, и потихонечку мы их сейчас сюда выдвигаем. Вот, на эту бочку. Идем аккуратненько. Не спешим. На бочку. Гад, иди нафиг оттуда. Ты тоже, мать. Отстань. Так, все на бочку идем. И взрываемся. Все, все взорвались. Хорошо, молодцы. К сожалению, мне даже ничего не дали. Никакого подарочка. Никакого гостинца. Ага, вижу. Так, вот у нас. А, почините баррикады. А, вот в этом месте, да, почините? Нет, в этом. О, сейф, это хорошо.
Так, сейчас разберемся с зомбаком. Все готово. И открываем сейф. Ах ты, ё-моё, аккуратно, хотел сказать. Хотел сказать аккуратно. И сломал отмычку. И последнее. Есть, готово. Опять 600 денег. Серебряных, да, 660. И бинт. О, бинт мы сразу используем. Где у нас бинт? Использовать. Все готово. Хорошо. Так, и здесь мы сейчас... Тихо. Откуда ты взялся? Все, готово. Это что у нас такое? Угу. Я думал, может, вдруг это сейф? О, толстопуз бежит. Есть. Так, здесь нельзя сюда пройти. А чего у вас так много? Подожди, зомбаки. Целая бригада. Ну, целая бригада идет. Да. Ладно, заходим сюда. Блин, их очень много. И представляешь, постоянно какая-то западня мне. О! Нетушки, фигушки тебе. Где ты там? Вот. Смотри. Ну это, в принципе, не сильно сильный. Это послабее. Я его сейчас быстро. Ага, конечно. Да ё-моё, ну что мне с тобой сделать, а? Что мне с тобой делать, друг? Готов. Частично. А, все, миссия завершена, жилище для семьи. Ну все, завершена так завершена, возвращаемся в город. Так, и здесь у нас есть день ракет. Давай используем день ракет, зайдем. Сейчас я посмотрю, сколько у нас всего. Мало, мало всего. Ага, вот у нас бригада зомбаков. Так, вот эту тоже девочку, зомби-школьницу. Давай иди сюда. Так, зомбачье, подождите, вот сюда проходим, пожалуйста. Не спешим. Нет, нет, мне не нравится. Мне не нравится, как вы ходите. Сюда идем, к бочке. Вот, поближе. Да почему я бочку не могу взорвать? Они стоят и мешают. Все, готово. Следующая бригада. Ага, сейчас. А ты что будешь делать? А, ты кусаешься? Все, собираемся, собираемся сюда. Идем на бочку. Готово. Место у меня есть? Да, место есть еще, куча места. А ну, сейф, сейф, где стоит сейф у нас? В этом месте, нет? Да, все нормально, в этом месте. Здесь я не могу пройти. А, собираем зомбаков. Ну, пока мы откроем сейф быстренько. Монеты, гранаты, патроны. Хорошо. А где у нас... А, в этом месте. Все, идем сюда. Все сюда идем. О, не-не-не-не-не, сюда-сюда. Есть. Хорошо, что у меня бочки эти никак не могут ранить. И поехали. Поехали уничтожать зомбаков. Ждем, с какой стороны выйдут наши. А, вот они, видишь.
какой стороны наши выйдут ребята. Все, здесь все полегли. Нам нельзя давать им в кучки идти. О, то есть надо им, чтобы они шли в кучки, но не расходились далеко. Все, готово. А нет, вот еще одни идут. В смысле, алло, где? Отказаться от миссии, вы потеряете. Вот это все вы потеряете? Нет. Начать миссию заново, ребята. Короче. Я понял, в чем прикол. Какой-то зомбак пролазит. Ломает нашу стену. Стену ломает. Стена наша ломается. И потом он, естественно, быстренько исчезает с карты. Просто берет и исчезает. Ой, а у нас такая ситуация. Когда он исчезает, мы понять не можем, почему так произошло. Почему проиграли? А ну-то вон что оказывается. Зомбак стену нам проломил. Все, подходим на бочку, ребята. Все, готово. Еще толпа идет. Собираем толпу сюда. И на бочку тоже их отправим сейчас. Соберем толпу в кучку. Станьте, детки, станьте в круг. Так, здесь дойдем. Подходим на бочку. Сейчас, быстренько. Все, готово. Патроны, всего лишь навсего патроны. А где сейф? Сейфа нету. Подожди. Алло. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейф где-то должен быть. Если сейфа здесь нет, значит сейф в другом месте. Сейчас поищем сейф. Где может быть стоять сейф? Обычно сейф еще вот в этом месте стоит. Смотри, ну в этом месте сейфа нет. Значит, сейф где-то в этом месте. И здесь нет сейфа. И здесь нет сейфа. Ну такого быть не может, чтобы не было сейфа. Интересно. Действительно, сейфа нет. Ну тут-то не может быть сейф, правильно? Ладно, нету сейфа, да нет. Ничего страшного. Все, день ракет. День ракет. Ждем. А, вот он, харкающий гад. Уничтожаем. Надо следить за здоровьем стены все-таки, потому что какой-нибудь гад подойдет и начнет его стену эту клевать. А я не увижу. А, еще откуда-то 6 зомбаков. Вот они идут. Еще 4 зомбака. Все, ждем. Ждем.
тут их много, смотри. Опа! О, да тут у вас вообще много гадов-то. Так, стена 66%. Офигеть. Я на свое даже здоровье не смотрю, мне главная стена. Так, нет никого здесь, нормально все. Так, ждем следующую волну зомби. Так, готово. Тут никого нету, все нормально? Ждем, ждем. О, прилетает, только так патрончики всякие разные. Вот, и еще один зомбак где-то должен сейчас вылезти. Ждем. А, вот он вылез. Все. О, миссия завершена. Отлично. Отлично, спасибо. Все, вернуться в город. Идем в город. И входим. Продолжить. И что ж, идем к люку. Сразу. Так, ты слушай, мне за день ракет дай денег. Все, хорошо, спасибо. Люк, люк, люк. Давай деньги мне, я все выполнил. Все задания, которые ты меня просил. Я задания выполнил. Да-да-да. Все отлично. О, у меня есть и другая работа для тебя. Я хочу выращивать еду на ферме Нормана. Продолжай. А земля там знатная, но без семян. Мы ничего не вырастим. А семена хранятся под землей в радиоактивной зоне. Для начала тебе нужно запросить Red X. Все. В Спрингфилде его нет. Поищи в лесу. Хорошо. Red X. Red X. У меня он есть, кстати. Либо... А, может быть, я его даже продал. Этот Red X. Сейчас посмотрим. А, нет, вот есть один. Все, мы его продавать не будем. Сейчас вот эту кожу мы продадим. И, в принципе, больше мы ничего продавать не будем. Извини. Извини, друг. Больше мы продавать ничего не будем. Что здесь еще интересного? Бензинчик мне не нужен. Ага. Отправим сюда патрончики. Вот эти тоже сюда. У меня уже куча этих патронов. О, 3500 патроны. 7,62. Но мы их продадим, когда улучшим навык. Граната тоже пригодится. Газировка, водичка тоже пригодится. Все, здесь нормально. Гранаты. Все есть, как бы. А, нет, кстати. Вот эту гранату продадим. Сколько она стоит? Вот эту. За 100? За соточку. Ну, давай. 18 тысяч. И что у тебя есть по оружию? А, вот, смотри, умение целительства 2. 800. Ну, давай возьмем две книжки. Умение целительства. Сейчас посмотрим. Может, реально будем быстро целиться? Так, троечка и еще троечка. Не знаю. Пригодится это нам. Только деньги на это трачу. Только трачу на это деньги. Сейчас подойдем к торговцу. Так, у тебя книжек никаких нету, но у тебя есть... Вот, вот это я хочу. Снайперский винторез. Размер магазина 10. Урон 16. Вот такой вот я хочу себе снайперский винторез. А у него какие типы брони? 9 мм, да? 9 мм. Это типа, которыми я пользуюсь. Вот эти, что ли? 9 мм улучшенные. А, подожди, что я у тебя-то смотрю? А, ну вот они у меня есть 9 мм. Все, мне нужно вот эту штуку купить. Срочняк. Знаешь, что сделаем? Ага, сейчас мы купим. Сейчас мы купим. Это что такое происходит, когда я нажимаю?
Эй! 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 Сколько я денег на тебя потратил? Так, сразу все обмениваем. Офигеть! Я раз за 4 нажал. Я такой смотрю, почему-то исчезают деньги. Блин, это фейл. Это фейл. Фейл, гад. А этот у нас что? Нифига, урон 41. Вот такой вот я хочу купить. Вот такой, да? Сколько там? 5 выстрелов. Ну, уничтожает вообще нормально. 41. Вот такой вот я куплю себе. Да. Сейчас я посмотрю. А какой там, блин, этот самый... Где? Тип брони. 7,62. 7,62. А у меня его много? 7,62. Это что? А, вот 7,62. 3,5 тысячи. Офигеть. Да, много. И я тебе сейчас продам свою вот эту штуку. Мне интересно, сколько ты мне за нее заплатишь, гад. А за 800. А продаешь за сколько? За 21. Ага. Ладно, мы сейчас купим. Мы сейчас купим. Эту продаем. Продать. Продать Springfield 1903 снайперский. Да. Продаем. И этот мы покупаем. Только мне нужно тебе кое-что продать, да? Сколько не хватает у меня? 19. Эта канитель стоит 21. 2000 не хватает. 2000. Ну, сейчас в сундуке мы продадим вот эти патроны. 200 всего лишь. Всего лишь 200. А вот это что такое у нас? 5,56. Вот, 1200. Продаем. Эти тоже продаем. Вот эти. Сколько у меня? 20. 7,62. А этот на сколько у нас идет? Тип брони 7,62. Нет, эти я не могу продать на 7,62. А вот эти что у нас получается? 5,56. Вот эти продаем. Сколько у меня? 21 тысяча. 21 700. Ага. Давай водичку. Нет. Вот эту канитель продадим. У меня их много. А 21 700. У меня 21 500. Еще надо что-то продать. Давай ключи продадим. Все равно мне их так много не нужно. Вот, теперь я покупаю эту канитель. Все, купил. Купил, купил. Где? Секунду. Вот у нас. Нормально. 7,62. Сколько у меня? 640. Воу, 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 воу. Вот это у меня ружьишко. 41. Только видишь, 5... Ну, пойдет. Нормально. Все, дорогие друзья, на этом будем заканчивать ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!